«История одной земли» – так называется театральный проект, основным организатором которого выступил народный самодеятельный коллектив «Мастерская Homo Artisticus» Алтайского госуниверситета. В барнаульской премьере было задействовано более 50 человек. Так начинается спектакль по произведениям Марка Юдалевича, Вячеслава Шишкова и Александра Строганова. Постановка объединила на одной сцене 30 непрофессиональных актеров разных возрастов. Это студенты и школьники. Еще 20 человек работали за кулисами. Спектакль посмотрели жители 5 алтайских городов, и вот теперь настал черед краевой столицы. Мы вкладываем в это во все именно эти смыслы, чтобы молодежь знакомилась в первую очередь с авторами и земляками. Не только знала творчество Василия Макаровича Шукшина, но и других представителей драматургии нашей алтайской.